Вітаю вас! Пропоради продовжують тему відпусток і літа та запрошують до перегляду наших нових корисних сюжетів. Все, що вам знадобиться найближчим часом, ми вже знаємо і готові розповісти. Тож починаємо! У сезон відпусток багато батьків разом з дітьми їдуть відпочивати до моря або вибираються на природу до найближчої водойми. При цьому дуже важливо убезпечити своїх дітей, адже щоліта відбувається безліч нещасних випадків, особливо на воді. Отож, правильно обираємо надувні засоби для захисту дитини. Подходит сезон отпусков, поэтому мы все собираемся на море, и нужно заранее продумать о безопасности своего ребенка. Давайте подумаем о средствах защиты на воде для детей, и давайте их разберем, какие же они нужны. Круги для плавания. Помимо привычных всем надувных кругов, есть несколько подобных, но уже более совершенных аксессуаров. Первый из них – это сиденье для плавания, которое подходит детям до 2 лет. Это достаточно крупный, устойчивый надувной круг с подставкой под голову и спинку. Он позволяет ребенку знакомиться с водой и при этом надежно удерживает его внутри, не допуская ныряния. Хотите, чтобы ребенок учился плавать самостоятельно? Для этой цели отлично подойдет надувной круг на шее. Он поддерживает голову малыша над водой, позволяя свободно грести ручками и ножками. Рассчитаны круги на шее на самых маленьких пловцов детей от 1 года. Жилеты для плавания поддерживают ребенка на воде на уровне груди, не мешая ему плыть. При выборе жилета важно обратить внимание на его размер. Он должен соответствовать возрасту и росту ребенка. Надежность креплений, легкость надевания. У жилета не должно быть жестких царапающих швов, особенно в месте соприкосновения с шеей. Также есть нарукавники, которые подходят малышам от года, так и детям постарше, до 12 лет. Главное правильно подобрать размер. Желательно выбрать модели с 2 воздушными камерами для большей безопасности и с внутренней подкладкой для комфорта ребенка. Если дети уже постарше, им лучше одеть жилет, чтобы они себя чувствовали комфортно на воде и в полной безопасности. И, конечно же, учитесь плавать, ведь это так полезно. Останні тенденції в світі моди на манікюр у 2019 році порадують всіх без винятку. Якщо ти стежиш за новинками і хочеш бути в тренді, радимо подивитися наш сюжет про найкрасивіший і наймодніший манікюр цього сезону. Сегодня мы поговорим с вами о современных тенденциях, популярных трендах в ногтевом сервисе. Этим летом очень популярны минималистические, сдержанные, утонченные дизайны. Это короткие, натуральные ногтики, которые, смотрятся очень естественно. Также в моде длинные и острые ногти. Это для любительниц более таких вот экстравагантных дизайнов. Также очень популярна форма балерина. Что касаемо выбора формы, конечно, лучше придерживаться своей натуральной формы природной и потом уже подбирать более естественную. Опять-таки, если это прямоугольные тоненькие ногтики у вас, то вам лучше квадрат. Если это широкие, трапециевидные, то тогда лучше овал или мягкий квадрат. Что касаемо цветовой гаммы, то это, естественно, все оттенки нюдовых, начиная от цвета айвори, например, более таких пастельных тонов, переходя уже к более глубоким, таким насыщенным тонам, включая бордо, марсала. Также, если говорить именно о летних цветах, это опять-таки желтый, оранжевый, красный. Что касаемо дизайнов, это, естественно, у нас стиль минимализм, это геометрия, легкие тонкие линии, гель-паутинки, чтобы было прям идеально тоненько. Также очень популярна будет втирка, она уже не первый год популярна, также в этом сезоне тоже она очень актуальна. Очень популярные такие вот дизайны в стиле абстракции, сочетать несочетаемое. Я думаю, что антитренд – это очень длинные ногти, или же там полностью роспись на всех ногтях, тяжелая такая, Я думаю, что отсутствие идеального маникюра – это тоже антитренд. Поэтому сейчас это у каждой девушки уже, это естественно, натуральные, естественно, ухоженные ногтики. Маникюр, естественно, это у нас 21 день. Если покрытие, то это, естественно, тоже 2-3 недели. Этим летом также актуальна цветочная роспись. Не стоит забывать о ручной росписи, она, как всегда, в моде. Поэтому я бы посоветовала обратить внимание на акварельные воздушные росписи. Можно в этом стиле рисовать и цветы, и какие-то зверушки, абстракцию, ту же самую, акварельные капли, акварельные флюиды. Сейчас это очень популярно, смотрится легко, не тяжело, поэтому, я думаю, для лета это тоже очень актуально. Если мы делаем роспись на ногтях, то, естественно, роспись должна занимать хотя бы не менее 30%, чтобы оставался маникюр легким, чтобы был воздух в дизайне.
Щороку у світі продають 70 мільйонів тонн одягу, але дедалі стає все більше тих, хто бореться з цим бездумним споживанням. Кількість прихильників раціоналізму щороку зростає на 1%. А чи знаєте ви про прості способи, як дати старій речі друге життя? Якщо ні, ми вас навчимо. У каждого из нас есть любимая вещь. И иногда бывают неприятные моменты, когда появляются пятнышки или какие-то загрязнения, которые вывести невозможно. И сегодня я научу, как любимой вещи подарить вторую жизнь. В работе нам понадобится любимая вещь. В данном случае это футболка. Я выбрала вот такой кусочек голограммной ткани, которая поможет нам скрыть недостатки. Ножницы, линейка, клей, иголки, нитки и швейная машинка. Приступим к реанимации нашей любимой вещи. Нужно отмерить нам расстояние, чтобы хорошо закрывало все пятнышки. В данном случае вот оно достаточно асимметрично расположено. То есть оставляем размер, отмеряем сверху от воротничка. Это 8 сантиметров. И нужно померить расстояние. Вот приблизительно вот здесь, чтобы мы не сбились с обратной стороны, когда будем подставлять эту ткань. Реанимация будет немножко с небольшим секретом. Так, 29, и еще чуть-чуть, и еще 2. Вот, 31 сантиметр. Теперь складываем эту ткань, чтобы определиться с рисунком. В данном случае я выбрала форму сердечка. Скалываем иголочками, чтобы не ерзала. Ткань плотная у меня, достаточно сложная в работе, но я думаю, справимся. И вырезаем наше сердечко. Вот такое вот сердечко у нас получилось. Но есть небольшая хитрость. Пятна у нас снаружи, а сердечко будет внутри. В чем секрет? А секрет в том, что мы сейчас выворачиваем нашу футболку. И голограммной стороной ставим внутрь. Смотрим, чтобы он хорошо закрывало наши пятнышки. Не залазило вверх. И отмеряем 8 сантиметров. Вот, то есть надо чуть-чуть поднять. Вот так. Теперь берем нитки, берем иголку и прикрепляем аккуратно наше сердечко с обратной стороны. Берем иголочки, фиксируем слегка, чтобы не уехало с нужного места. Берем и приметываем наше сердечко, отступая от края приблизительно на сантиметр обычным швом наметочным. Для этого не нужно иметь специального образования. С таким справится абсолютно любой, неважно, девочка, мальчик. Мальчики тоже так могут спасти свои любимые футболки. Еще вы спросите, а зачем? Можно же купить новую. Но очень хорошо же спасти любимую вещь, дать ей вторую жизнь и не быть человеком-потребителем. Убираем иголочки и выворачиваем нашу футболочку на лицевую сторону. Опять ничего не понятно, да, только видим наметку. Берем швейную машинку и продолжаем фокус. От нашей наметочки отступаем наружу пару миллиметров и пристрачиваем наше сердечко. Прострочили по контуру наше сердечко, убираем лишние нитки и снимаем наметку. Но опять-таки ничего не понятно, да, что мы сделали, зачем? Пятна все сверху. Сейчас будет самое интересное. Как в любой трикотажной ткани, остаются дырочки, такие отверстия от иголочки. И именно по этим отверстиям при помощи тоненьких ножниц мы вырезаем наше сердечко. Приступаем. Немного отворачиваем трикотаж. И у нас еще остались вот такие небольшие кусочки нашей голограммки. По контуру мы добавим еще несколько сердечек, чтобы полностью связать образ. Вырезаем маленькие сердечки на глазочек. Вот так раскладываем в хаотичном порядке наши сердечки и фиксируем при помощи клея. Так, чтобы край
оставался свободным. Фиксируем только центр нашего сердечка. Хорошенько прижимаем. Вот так вот сегодня мы спасли вот эту футболочку, которая теперь снова станет любимой футболкой моей дочери. И вот эти сердечки, которые мы фиксировали при помощи клея, это специальный клей для ткани, который после полного высыхания проглаживается с обратной стороны. И можно абсолютно спокойно стирать, носить, пользоваться вещью. Либо, если нет клея для ткани, нет возможности купить, с этими сердечками проделывается та же процедура, которую мы делали с большим сердечком. Этот вариант был просто для того, чтобы ускорить процесс. Ну от і все, поспішіть скористатися порадами цього тижня, адже на наступний ми готуємо нові, не менш цікаві та корисні. Нагадую, ефір у понеділок о 21-й годині. А поки, бувайте!